можно оставить комментарий под своим же постом, любой смайлик, и на этот смайлик ответить вот этим вот как раз сборником хэштегов. Как заработать в сети Инстаграм, не потратив на это ни копейки? Вариантами бизнес-проектов с участниками школы SMM поделился маркетолог Сергей Андреев. Далеко не всегда нужно вкладывать деньги в продвижение. Есть куча бесплатных способов, которые действительно работают, которые далеко не все применяют, слепо веря только в платные способы, в рекламу, таргетированную, у блогеров. И есть бесплатные способы, они работают. По словам Сергея, сейчас интернет-маркетинг – это поэтапная и требующая планирования работа. Кстати, учащиеся школы SMM отмечают, что все знания, полученные здесь, весьма полезны. Те, кто нам читает лекции, чувствуется, что они профессионалы своего дела, потому что настолько подробно они рассказывают тему, настолько интересно, что хочется слушать и слушать еще больше. После каждого урока участники проекта получают задания, которые выполняют дома. Их оценивают эксперты. Лучшие учащиеся школы SMM получат шанс разработать рекламный продукт для действующей бизнес-структуры. Также их ждут ценные подарки.